тебя заскамили. Заскамила мамонтов. У меня новое прозвище Лиса Морозилка. Это наш пацан с нашего двора. Ребята, мне исполняется 18. Короче, мне 18 уже. 8. Сколько? Женя, почему ты меня убила в Бардер Мистере? Я с тобой больше не общаюсь. Так и теряются подруги. Блин. Я Уксули. С вами Пингвинс Хаус. Мы вернулись, и сегодня мы все умрем. Я пошутил. Или нет? Ребята, сегодня у нас будет челлендж. Мы... Я забыла, что ты говоришь. Так, стоп! Нет, молчи. Это никуда не годится. Никуда не годится. Ребята, сегодня у нас будет челлендж. Проигравший выполнит жесткое задание и подарит своим подписчикам в телеграм-канале 5000 баксов. Вау. Мы не знаем, кто это будет, а вы уже узнаете в конце ролика. Ставь лайк и подписывайся на наш канал, а мы погнали. Ребята, это будет очень интересно, потому что я проиграть, ну, реально не хочу. А как вы, девочки? Ну, я тоже. У меня нет лишних 5000 баксов, честно говоря, но если что, как бы... Вообще-то, за донатит оплатит ли... Лерчик, а как бы. И сейчас у нас начнется битва челлендж. Кто самый лучший в Мардер Мистере? Лиса, Женяша или Лерчик? Гоу, погнали! Погнали! Наш челлендж начинается. Как вы думаете, кто проиграет из нас троих? Пишите в комментариях. Я вообще буду стараться как бы выиграть, ребята. Знаете, не хочется прям проиграть. Конечно. Я думаю, все равно тоже не прикольно. Хочется. Ладно, надеюсь. Ладно. Так, окей. Я иноцепт. Ты не можешь быть иноцептом. Почему? Подождите, девочки. Алло, почему я... Угадай. Уходи от меня. Жень, попрятаться можно? Конечно, можно. Ты не можешь быть мардером. Так, два нубика встретились. А почему? Нет. Это розовая. Это розовая. Мой, знаешь, мой самый любимый нож, это другой. Бедная Лерочка. Ребят, вам не жалко Леру? Бедная пепелотка. Лисочка, ты Женя, где? Женя, ты ее убила и меня сейчас прибьешь. Лисочка, сиди там. Не трогай. Не говори, Лера, не говори. Она меня не сейчас... Не буду, я не буду. Она сейчас... Женя, ты меня не найдешь. Прям Женя, реально не найду. Да нет, она не спряталась, она бегает от тебя. За тобой, точнее. Лера, зачем ты сказала? Она видела, что я хожу. А? Зачем ты ему показал? Как вы думаете, кто в этой жесткой каске выиграет? Я думаю, что Лиса, потому что Женя не найдет Лису. И закончится время. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я бегаю, Женя. Да не найдешь, я сзади не тебя бегу, обернись. Нет у тебя, не, ты обманываешь меня. Сзади. Ну серьезно, я сзади тебя бегу. Вижу, ты бегаешь с ножом. Ты реально не видишь? Смотри, на крыше сидит. Вот она прыгает, Жень. Где? Ну вот, я прыгаю, стою. Реально прыгаю. Они издеваются надо мной, да, ребят? Да может, а я не выдерживаю. Сейчас мы пойдем поищем. А может быть, она просто прозрачная. Да, Лис, ты прозрачная? Лиса не может быть прозрачной. Прозрачная я могу. Почему может быть? Я не поняла. Я что, сейчас проиграю? Вы обалдели? А ну иди сюда. Иди сюда. Да мне кажется, ты меня сейчас... Ладно. 17 секунд. Камон, иди сюда. Давай. Ну ладно, я считаю, надо выползти, наконец-то. Давай, вылези из сумрака, давай. Ты что? Она на улице, этом... Женечка на улице. Она на улице? Ладно, тогда... Листочка. А так я уже не успею, поздно, ладно, окей. Поздно. А все уже? А, все? Где эта кошелка была? Где она была? Да я вот не поняла. Вот я. Вот Леру вижу, вот я сзади. Ты видел меня? Они меня заскамили. Заскамила мамонтов. Это получается, я проиграла? Это двойной скам. Кто проиграл реально? Ну, получается, я убийца была, и я не смогла вас всех убить. Вы вдвоем должны убить. Либо шериф должен убить убийцу, и все. А можно мне почаще будет иноцепт выпадать? Я буду просто прятаться и выиграть. Хорошо, ладно, я проиграла, и ты проиграла. О, я иноцепт. Я тоже мирная, кстати. Значит, Лиса... Девочки, вы все мне врете, потому что я одна... Мирная там... Нет, Женя, спаси сюда, меня, Женя! Сюда. Женя, опа. Спаси! Женя, помоги! Такая... Все, я прыгаю, вот.
Нет, уйди, уйди. Женя, сюда. Опа. Опа. Она джамперша, я не могу за ней управиться. А что, по правилам игры прыгать можно. Я вообще не могу ее поймать так. Ребят, понимаете, это вообще жестко. Прыгать офигеть. Никто не запрещал. Это, знаете, все близится к моему проигрышу, да? Не, ну короче, давайте мы считаем победы. Мы считаем победы либо убийцы, либо шерифа. Сейчас у меня одно очко, ну в смысле я проиграла. Ой, что это за режим? Что это типа заморозки. А как мы здесь считать будем? А тут, короче, кто мардер, тот и все. А! Тот и папа. Нет, ты на цепь, Лера? Лера, ты на цепь? Я? Да, ты бегу. А Лера, Алиса, морозилка. Нет, морозилка, стоп! Она тебя поймала? А я теперь кусочек. Я морозилка. У меня новое прозвище. Лиса морозилка. Это наш пацан с нашего двора. А где Женя? Не знаю, не знаю. Мне интересно. Знаете, там должен быть... А вот, я ж... Лиса морозилка. Подожди, а что ты мне сделаешь, Жень? Я тебе ничего не сделаю. А как нажить? Лера, я тебя сейчас спасу. Ты не сможешь кидать. Почему? В смысле? Мы друг друга можем освобождать. Беги. Серьезно? Да. Блин, а что такое? Да, Жень. Я вас... Ладно, Жень, тебя заморозили? А, нет, не заморозили. Нормально, норм. Иди сюда, Лера. Я вообще не понимаю. Смотри, у нас план перехват. О-о-о! Короче, смотри, Лера, если она меня трогает, ты берешь меня, размораживаешь, поняла? Да. Я вас не достану! Я вас не достану, Жень, я не знаю, вот если сейчас... Лера на меня тронула, все, я заморозилась, быстрее спасай меня! Нет, еще есть минута, но я просто боюсь, что если я туда пойду, то Лиса меня поймает. Да, в смысле? Ты меня не хочешь спасти, подруга ЛПД? Я не поняла. Я хочу тебя спасти, бегу! Женечка! Так-то она проиграет, понимаешь? Блин, нет! Я вас заморозила! Понимаешь, Жень, я выпрыгнула из этого, из вентиляции, или что это, канализации, и там он нас нажёг. Опасно. Это было страшно? Насколько это было страшно, Лер? Страшно, очень страшно. Походу, Лера будет оплачивать всем кэш, ребят. Ну, подождите, у нас еще впереди столько раундов, может, Лера... Ребята, вы знаете, это видео, конечно, уже после выйдет, но вы знаете, сегодня у Лисочки будет день рождения. В смысле сегодня? Не сегодня, завтра. Завтра, 12. Да, ребята, короче, 13 февраля у Лисы Эрбакс день рождения. Вы знаете, сколько ей лет исполняется? Ребята, мне исполняется 18. Короче, мне 18 уже. 8. Сколько? А давайте все вместе встретимся сейчас и хоровод сделаем. Давай. Женя. Я не знаю, мне игра ненавидит. Это просто жесть. Лиса, какая-то. Не убивай меня, Лисочка! Я хотела тебя поздравить с днем рождения. Пожалуйста, не убивай, я тебя не трогаю. Пойдем. Иди сюда. Пойдем. Стрельнешь. Нет, пойдем за мной. Не стрельни. Я хочу тебя поздравить. Да ты меня сейчас Лера, точно ты стрельнешь. Да не стреляй в меня, елки-палки. Я почему у меня не получается? А почему ты ее убила? Ты че, обалдела? Все. И самое счастье, здоровье, бобра. Добра. Лер, давай ее поздравим. Видишь, она у нее даже шапочка с днем рождения. Знаешь, сколько лет? 18. Да. Ребята, мне будет 18 лет. Yeah. Да, знаешь, есть песня. Забирай меня скорей. Увози за 100 морей. Целуй меня везде. 18 мне уже. Yeah. Забирай меня скорей. Увози за 100 морей. И целуй меня везде. 18 мне уже. Лиз, ты кому-нибудь будешь эту песню петь? Эту песню? Ну да. О май гад, что за страсти пошли? Не знаю. Да, это же интересно, понимаешь, это? Давай, Лиса, рассказывай, колись. Да, ты знаешь, Лиса, наверное, всем твоим поклонникам и моим поклонникам тоже очень интересно узнать как раз таки, может, есть какие-то секретики, которых мы не знаем? Есть тот человек, которым ты будешь пить? Есть? Нету. Как нету? Есть. Да в смысле? Есть один человек, мой друг. Если мы с ним помиримся, то я ему... То мы с ним отметим. Ты мадр? Нет! Всё, спряталась! Нет! Ладно. Скажите мне, как вот такому человеку доверять после этого? То есть она сначала расспрашивает нас какие-то каверзные вопросики,
хочешь, чтобы мне это рассказали, а потом... А потом с ножом вылазит и убивает нас. Да, я вас завожу в заблуждение. Заблуждение. Женя, что это такое? Женя, мы недовольны. Женя, мы недовольны тем, что ты нас убила. Вы недовольны, Лиса? А что было прошлую игру? Монтажер, напомни, пожалуйста, что было прошлую игру. А что было в прошлую игру? Ты чё, обалдела? Как ты была недовольна, убивая меня. Так, вторая победа, а у тебя... Не хочу, это ужасно. Женечка, уйди, пожалуйста, Женечка. Я хорошая, она же морозилка, ты поняла? Ты мы с тобой плохая, опять... Мы с тобой бегуны, мы марафоновцы. Смотри, бежги. Ты же понимаешь, что мы просто сейчас в этом... Марафон бега мы с тобой не сможем. О, no. Ну, простите, ладно, это была легкая победа, это good game. Сосредоточься. Да, все, сосредоточься. Ладно. Это да, это вы поняли, да? Лиса стала мардером, и ты как говоришь, ладно, да. Валер, что такие выводы, Женя? Ты же обычный? Да, я обычная, Лиса мардер, а ты шериф, да? Меня поймать не надо. Опа, на. Так, это сейчас было больно, и сейчас давайте посмотрим, найдут ли Леру. А где Лера? Давай, молодец. Ладно, окей. Давай, Лера! Туда ее! Я Мордер Мистери Про! У меня Клитус Папи! Рад, пока ты здоров! Ой! Вот это... Я выиграла! Лиса, так нельзя, ты прыгаешь, я не прыгала, я даже вообще не дергала. В смысле? Ну по правилам игры же не запрещено прыгать, значит, я могу прыгать. Если бы был запрещен прыжок, я бы не прыгала. В принципе, логично. Ну ладно, у тебя день рождения, ты именинница, у тебя весь месяц это твой месяц, понимаешь, февраль. Ладно, февраль. Хорошо, прощается. В честь того, да, что у тебя завтра день рождения, я тебе прощаю все. Я прощаю тебя. Так, Лиса, ты нам не договорила, ты будешь этому челику завтра петь «Забирай меня скорей, увози за 100 марин»? Да. Нет, я не буду петь. В смысле, у вас френд-зона? Все, отстань, ну что за вопросы? Это личные вопросы. Мы же твои ЛПшки, ты нам должна все рассказать. А вы что, недостаточно с тобой в хороших и доверительных отношениях, что ты можешь нам рассказать? Жень, выключай. Это, знаешь, единственный момент, что она рассказывает на все видео, поняла? Вот именно что. Мне кажется, эта информация явно куда-то... Я могу все выключить. А вы где? Я иноцептик. Господи, это кошмар, это просто полный кринж. Знаете, кто я? Ты снова Мардер? Нет. Вы узнаете это тогда, когда узнаете. Зачем ты это сделала? Лера? Зачем? Кто? Да, я просто разговариваю. Нет! Ну, я поздравляю тебя с победой, с первой победой, Лера! Ура! Давайте тортик! Мы ждали этого самого начала ролика, когда ты выиграешь. Девочки, пойдемте проверим капсулу. Вот она любит это, капсулы, понимаете? А ты меня не убьешь в капсуле? Нет. Точно? Я невинная. Ты точно невинная? Иноцептик? Лиса, я не буду говорить, кто иноцепт или что. Я иноцепт! Да я точно иноцепт, девочки! Я иноцепт! Мне как можно вообще не верить? Я вас когда-нибудь обманываю? Я вас никогда Женя, не обманываю! Я не могу! Я отошу вас! Женя, ой, прости, пожалуйста. Так, это что такое, а? Женя, я не могу остановиться, я почему-то хожу. Ты поняла? Ты сделала скам. Правда? Ты скамщица. А почему ты ходишь? Ты мардер? Лера, ты мардер. Нет, мы же знаем. Я не мардер. Так, все, Лера, я тебя знаю. Ты мардер, 100%. Пруфы мне покажи, пруфы. Так и теряются подруги. Блин. Не друг ты мне больше. У меня было очень много комментариев от девочек, что они играли в Мардер Мистери, и подруги друг друга убивали, и теперь они больше не общаются. Серьезно? Да, у меня есть, мне писали, да. Женя, почему ты меня убила в Мардер Мистери? Я с тобой больше не общаюсь. Ты понимаешь, ты меня вела в заблуждение, Лера, как ты могла? Лера, я с тобой тоже не общаюсь, ты меня убила в Мардер Мистери. Все, девочки, вы мне больше не подруги. Вы поняли? Вы мне не подруги. Все, я с вами не общаюсь, я обиделась. Я тебе доверилась, пошла в капсулу. Как ты меня... Ты сказала, я не буду убивать, если что, давайте не будем убивать. Я сказала, что Лера Мардер, вы вспомнили мои слова. Вы вспомнили мои слова. Я тебе честно сейчас клянусь тем, чем только можно, своими рабацами.
Да, хорошо. Короче, у меня залагала ходьба, и я не могла остановиться. И я думаю, что мне делать, если я не могу остановиться? Ну, я решила тебя убить. Она не знала, что ей делать, потому что она не могла остановиться. Ну что, ребята, знаешь, есть песня? Я не могу остановиться. Привет. Привет. Лиса! Привет. Что, Лиса? Она опять Мардер, да что, издеваешь? Да. Она сейчас опять? Да ну нет, я так нет, не... это просто удача на моей стороне. Что за удача. Ужас тут творится? Верю. А если сейчас Лера выиграет, то у нас будет поровну, ребят. И тогда мы будем бороться, да, кто все. Будет делать конкурс, ага, в своем телеграм-канале. Не страшно. Я в любом случае... Да блин, нет! Я не умею играть за шерифа, я не знаю, что я делаю в этой жизни не так. Но за 3 года игры в Мардер я так и не научилась играть за этого тупого шерифа. Это крик души, ребят. Это норма. Это крик души был, вы правильно поняли. Я ненавижу, боже. Это потому что шериф. Это шериф? Нет. Женя Мардер. С чего вы взяли, что шериф? Нет, Лиса шериф, Женя Мардер. Кто Мардер? По факту, по факту. Ты знаешь, что Мардер? По факту, я знаю, Жень, ты Мардер. Нет. Жень, я вижу людей насквозь. Ты это еще не поняла? Девочки, нет, я просто вижу людей насквозь. Девочки, а мы? А зачем ты нас ищешь, Жень? А с какой целью интересуешься? Познакомиться. Если Женя... А, серьезно? Если Женя меня сейчас убьет, это будет значить то, что я доначу своим подписчикам! С одной стороны, я хочу донатить своим подписчикам. А с другой стороны... Нет, но она очень близко. А с другой стороны, нет. Да. С другой стороны... Лис, выходи из сумрака. Пусть она делает конкурс, понимаешь? Иди ко мне! Да. Быстрее иди, Лиса! Она будет нам донатить, понимаешь? Я ненавижу быть шерифом. Я не знаю, что мне делать с этой жизнью, но я за Мардера играю просто превосходно. За шерифа просто. Это невозможно, это невыносимо. Просто как играть за шерифа? Да, ребят, Лисе иногда не везет быть шерифом. Но Мардер, она отменная. Да мне всегда не везет быть шерифом. Ребята, посмотрите, какая грустная девочка. Вы посмотрите на нее, посмотрите. Лера, Лера? Больше всех проиграла, к сожалению. Мало, меньше Правда? Побед. Но да. Что? Да. Короче, ребята, Лера выполняет наши задания жесткие, которые мы ей сделаем в своих телеграм-каналах, а выполнять она будет в своем. И также она сделает конкурс на 5000 робоксов для наших подписчиков. Ребята, заходите к нам на наш канал, обязательно подписывайтесь, обязательно заходите в телеграм-канал, и будет очень весело и прикольно. Ну и, конечно же, будет крутой розыгрыш робоксов сразу после этого видео. Ну а с вами была Зеняшечка. Лерчик. И Лиса! Е! Го играть. Все, ребята, всем. Го играть.